Ողջույն, հարգարժան տիկնիկ եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Այսօր մայիսի 28-ն է, Հանրապետության օրը, բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Մենք այսօրվա մեր հաղորդումը կսկսենք Ուկրաինայի շուրջ քննարկումից, եւ քանի որ հյուրս Ուկրաինայից է, ես կանցնեմ ռուսերենի։ Сегодня, 28 мая, Армения празднует День Республики, День восстановления армянской государственности, День Первой Республики. И нашей судьбы, судьбы Армении и Украины сегодня по состоянию на 24-й год связаны теснее некуда. И в Украине происходят довольно примечательные события, и вокруг этих событий я хочу побеседовать с нашим уважаемым гостем Виталием Портниковым, украинским журналистом и аналитиком. Спасибо, Виталий, что приняли мое приглашение. Приветствую вас. Кстати Спасибо говоря, большое. В связи с этим праздником я хочу напомнить вам, насколько по большому счету связаны судьбы стран региона. Угу. Потому что советизация Грузии и советизация Азербайджана, которая привела к уничтожению независимости этих двух стран в 20-е годы прошлого столетия, привела в результате к советизации Армении, которая фактически последней сопротивлялась советским большевистским войскам на своей территории. И в результате все те сложные взаимоотношения, которые существовали между новыми независимыми государствами на Южном Кавказе, между Грузией, Азербайджаном и Арменией, оказались не разрешены, а законсервированы и проявились вновь уже спустя многие десятилетия. Как мина замедленного действия. Да. Да, настоящая мина замедленного действия, заложенная Россией. Той самой Россией, которая сначала уничтожила независимость этих стран, потом объединила их в некую Закавказскую федерацию, ставшую номинальным основателем Советского Союза, потом распустила эту федерацию, стала кроить как границы независимых государств региона так, как это нравилось в Центральном комитете большевистской партии, и практически обрекла все народы Южного Кавказа на непонимание их противостояния на долгие десятилетия. И это ведь не только армяне и азербайджанцы. Это и грузины, это и абхазы, это и осетины. Посмотрите, куда мы ни посмотрим, мы видим всюду это отсутствие понимания, страх, нередко и ненависть, которые во многом определены вот этими вот годами оккупации. Конечно, армии Азербайджана и Армении воевали между собой в этот краткий период первой независимости. Но я уверен, что если бы эти независимые государства сохранились, они смогли бы выработать модель взаимодействия и существования, так как это было со многими государствами, которые тогда приобретали независимость и конфликтовали между собой. И это урок вот на наше нынешнее время, на 20-е годы уже 21-го столетия, что если любой из государств Кавказа хочет развития, независимости, определения собственной судьбы своими силами и того, чтобы народы этих стран сами определяли эту судьбу, это невозможно без того, чтобы каждая из этих стран не имела возможности сохранить свой суверенитет, территориальную целостность и право самостоятельного выбора. Что эти государства, они взаимозависимы друг от друга и одновременно являются такой добычей для своего российского соседа. Господин Портников, хотелось бы еще и обсудить вопросы вокруг Украины, потому что там действительно происходит много примечательного и много, конечно, трагичного. Мы видим эти мясные штурмы, которые предпринимает российская армия на Харьковском направлении и осуществляет совершенно зверские обстрелы, ракетные удары по центру Харькова, не имеющие под собой никакой военной целесообразности, собственно говоря, как вот этот супермаркет, например, да, с такими, или городской парк. Или издательство «Виват», в котором практически были сожжены книги и погибли сотрудники. Вот именно. Все это яркие примеры такого, я бы сказал, демонстративного геноцида. Да. Но меня это не удивляет, Рубен. Потому что я считаю, что вот эта тактика запугивания мирного населения и попыток его вытеснить с мест проживания,
Это тактика, которая была избрана Владимиром Путиным еще в 2022 году. Угу. Вот как только в Москве поняли, и я об этом говорил, кстати, в 2022 году неоднократно, что украинское население нелояльно к российским захватчикам, угу. там приняли решение о совершенно другой тактике. О тактике постепенного выселения населения с территории его проживания. Да. А как этого добиться, если российские войска не могут прорваться на украинскую территорию? Угу. Когда они прорываются, мы знаем, что они делают. Угу. Я думаю, что истребление людей в Буче, в Бородянке, в других городах севера угу. Украины, это было осознанное действие, чтобы запугать людей на будущее, чтобы когда российская армия будет продвигаться по завоеванной украинской земле, мирное население бежало от нее, опасаясь повторения такого вот расправы. Но российской армии продвинуться не удается. Фронт, по большому счету, застыл еще в конце 2022 года. И тогда, для того, чтобы убедить украинское население уходить с мест своего проживания, предпринимаются вот такого рода действия, как, например, разрушение Харькова. В надежде, что большинство жителей этого мегаполиса покинет город, в надежде, что будут оставлены другие населенные пункты Харьковской области. И таким образом, вот эта вот идея, мы сначала вытесняем население с востока и юга на запад и в центр, а затем население с центра и запада в европейские страны и освобождаем территорию для россиян, она будет осуществляться. Вот это очень простая идея. Просто Харьков, он ближе всего к границе, его проще всего уничтожать, хотя они это делают. Виталий, скоро вот июнь и предстоят два важных форума по вопросам Украины. Это форум в Берлине, касающийся восстановления Украины, и это форум в Швейцарии по формуле мира в Украине. Из открытой печати известно, что Армения также примет участие в этих мероприятиях, конечно, на каком уровне пока еще официальных сообщений нет, но есть сообщение о намерении принять участие, ну, скажем так, в открытой, неофициальной прессе. Каковы ваши ожидания? И тем более это происходит на фоне вот этой трансформации позиций стран Запада, да? Как-никак, но помощь стала поступать в Украину, и вот заявление Жозепа Борреля о том, что нужно просто ускорить эти темпы, потому что это нужно здесь и сейчас, и те объемы, которые идут, да, увеличились, но пока еще остаются далеко за уровнем удовлетворительного. Вот как вам видится изменение ситуации? И еще один вопрос. Вот официальная позиция Парижа, как мы видим, министр обороны объявил о том, что французские инструкторы уже начали подготовку на местах в самой Украине, подготовку личного состава вооруженных сил Украины для скорейшего освоения этих всех новых систем вооружения, которые поступают в распоряжение вооруженных сил Украины. Вот такая картина. Прокомментируйте ее, пожалуйста. Вы знаете, Рубен, я не из тех, кто считает, что можно добиться окончания войны какими-то, скажем так, дипломатическими способами. Хотя очень часто западные политики говорили о том, что война обязательно закончится за столом переговоров, я не считаю, что нынешний российско-украинский конфликт предполагает такое решение. Но, впрочем, я считаю, что в любом случае дипломатическая, если хотите, защита позиции, она очень важна. Она важна для всех нас. Совершенно верно. Сопровождение. И в этом смысле, мне кажется, очень важным является момент, когда мы с вами так или иначе наблюдаем за такой вот дипломатической баталией Украины и России. Когда две страны хотят собрать сочувствующие им страны на различных площадках, когда Украина готовит саммит мира в Швейцарии, а Россия готовит встречу министров иностранных дел стран БРИКС в Москве, когда президент Зеленский хочет, чтобы поддержали его представление о справедливом мире, а президент Путин поддерживает китайский план фактического замораживания конфликта. Да. И, конечно, чем больше стран поддержат Украину
в ее представлении о мире, тем более очевидным будет, какого рода сила, если угодно, поддерживает саму идею торжества международного права, принципов справедливости, уважения к территориальной целостности. Это не приблизит окончание войны. Но это, по крайней мере, сделает очевидным, какие страны, каких ценностей придерживаются в современном мире. И это будет важно нам в будущем, потому что вне зависимости от того, что мы вряд ли будем дожидаться какого-то реального политического процесса договоренности между Россией и Украиной, я вообще исключаю этот процесс. Какое-то перемирие рано или поздно наступит, просто вследствие истощения ресурсов сторон. И уже после этого перемирия нам нужно будет думать о том, каким образом не допустить новой большой войны и как сформировать устойчивый мир. И поэтому, если хотите, сейчас формируются основы для этого устойчивого мира на момент, когда наступит фактически ситуация, способствующая перемирию между украинской и российской армиями на той линии разграничения между войсками, которая позволит это перемирие заключить. Украина стала страной вот буквально недавно немного с другим статусом. Я имею в виду то, что Украина стала кандидатом на полноправное членство в Европейском Союзе и принято решение о начале переговоров с Украиной касательно вот приведения в соответствие со стандартами. В июле предстоит исторический саммит НАТО в Вашингтоне. Как вам видится вот эти два процесса и вот эти два направления, дипломатических направления, именно в контексте сказанного вами, что необходимо уже сейчас вот готовить основы для того, чтобы как-то вот... Я считаю, что переговорный процесс Украины с Европейским Союзом, как и все наши усилия, связанные с евроатлантической интеграцией, очень важны. Но, тем не менее, нужно понимать, что без решения кардинальных вопросов со стороны Запада, прежде всего, мы вряд ли можем говорить об успешной европейской и евроатлантической интеграции бывших советских республик. В Европейский Союз приглашены сейчас и Украина, и Молдова, и Грузия, и, возможно, Украина и Молдова начнут в ближайшее время переговоры о вступлении в Евросоюз. Но возникает важный вопрос, каким образом может быть решен сам вопрос европейской интеграции со странами, которые не контролируют собственные государственные границы. Для Украины это Крым и часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей страны. Причем мы не знаем, на каком этапе завершится война и удастся ли Украине установить контроль над этими территориями. А для Молдовы это Приднестровье, безусловно. Которое Молдова не контролирует с начала 90-х годов прошлого века. Значит, для того, чтобы действительно стала успешной европейская интеграция, мы должны вообще понять, что делать с границами. Нужно ли фетишизировать, если хотите, территориальную целостность. И если не фетишизировать, как принимать состав Европейского Союза страны, которые не контролируют полностью свои границы. Без решения по этому вопросу и Украина, и Молдова, и Грузия останутся за порогом Европейского Союза, даже если проведут успешные переговоры. Это один подход. Второй подход – это вопрос НАТО. Сейчас, когда нам говорят, что Украина может вступить в НАТО только после победы над Россией, это цитата из президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, то всегда хочется выяснить, а какой должен быть уровень этой победы, чтобы Запад не боялся конфликта с Российской Федерацией в случае принятия таких стран, как Украина или Грузия, в НАТО. Что подразумевается под победой? Отсутствие у России каких-либо претензий к этим странам? Гарантии того, что у России не нападет на эти страны? Но таких гарантий не существует в природе, даже если подписать любое соглашение с Российской Федерацией. Потому что если мы подпишем такое соглашение, потом Россия его нарушит, кто будет виноват, Россия или Украина? И будут ли страны НАТО в таком случае готовы к принятию Украины в свои ряды, если для них главным вопросом будет вопрос, как избежать конфликта с Российской Федерацией. Так что у Украины есть все шансы как начать переговоры с Европейским Союзом и НАТО, так и остаться за порогом обеих этих организаций на долгие десятилетия. Для того, чтобы Украина стала реальным участником европейских и евроатлантических структур, Запад должен пересмотреть свое отношение к политическому процессу как таковому. В противном случае Украина действительно, как этого и хотят в Кремле, на долгие десятилетия останется в серой зоне между Россией и Западом. Понятно. И еще один такой примечательный момент есть вот в политических процессах. Британия, Швеция,
Польша, а также мы слышим это и от Госдепартамента Соединенных Штатов, от Конгресса. Они фактически, поставляя вооружение в Украину, они считают нормальным, что Украина может это использовать и за своими пределами, в том числе и нанося удары по территории самой России. И вот в контексте вот краха Харьковского наступления со стороны России мы видим, что в Белгородской области фактически возобновилась эвакуация. Да, хотя губернатор это слово не использует. Говорит, это не эвакуации нет, но мы вывозим людей. Это цитата. Мы видим, удары наносятся за 1800 километров от российско-украинской границы 91 года. Как это может изменить ход войны? Вы видите в этом потенциал какого-то вот перелома в ходе войны, особенно в контексте новых поставок? Если Украина действительно получит право использовать западное оружие для ударов по территории агрессора, то это, разумеется, изменит ситуацию с российским военным потенциалом. Я не буду этого скрывать. Потому что мы находимся в достаточно странной ситуации. Украина может наносить удары только по собственной территории, оккупированной врагом. А Россия может восстанавливать свой военный и военно-технический потенциал на своей суверенной территории. И в ситуации, если такое положение будет сохраняться, российско-украинская война просто никогда не остановится. Потому что вы можете ударить по Севастополю, вы можете ударить по Луганску, а в это время в Белгороде, в Курске или в Брянске готовятся новые военные части. В это время на российских военных аэродромах взлетают новые самолеты для того, чтобы бомбить украинские города и уничтожать украинскую инфраструктуру. И, кстати, союзники России не задают вопросы, по каким таким целям Россия наносит удары, потому что они желают России всего наилучшего, они желают России победы. И они хотят, чтобы Россия уничтожала украинские военные объекты всюду, где ей удастся, а заодно и гражданскую инфраструктуру. А наши союзники не хотят, чтобы мы уничтожали тот потенциал, который является смертоносным для наших вооруженных сил и для наших граждан. И это, еще раз говорю, превращает войну в бесконечный процесс без всяких перспектив окончания в принципе. Поэтому, если действительно Украина получит возможность использовать западное оружие для уничтожения российских аэродромов, военных заводов, воинских частей, нефтеперерабатывающих заводов, всех объектов российской инфраструктуры, которые работают на войну, это заставит Владимира Путина и его соотечественников задуматься об окончании войны. Если такой возможности не будет, в России даже никому и в голову не придется подумать о том, что войну нужно заканчивать. А вместо этого Путин и его окружение будут думать о многолетней войне на истощение Украины. Даже если они не захватят Украину, само наказание Украины и превращение ее в цивилизационную пустыню будет хорошим, по их мнению, уроком для жителей всех других бывших советских республик и поможет их интеграции в состав российского государства в будущем. Господин Портников, и вот последний вопрос. Я, конечно, мы вот говорим про Украину, и это не просто мой личный интерес к тому происходящему в Украине, потому что это тесно взаимосвязано с возможностями России, в том числе и в нашем регионе. И поэтому вся эта корреляция, она буквально на поверхности. Поэтому очень важны ваши вот эти заключения для армянской аудитории. Мы очевидным образом констатируем, что между Арменией и Россией есть кризис. Российский посол отозван в Москву, как сказали, для консультаций. У армянской стороны нет комментариев на этот счет и посоветовали обратиться за комментариями в Москву. Их посол, они же отозвали, пусть они и комментируют. Как вам видится вот на краткосрочную перспективу вот ход армяно-российских отношений? Вы все-таки эксперт, один из самых осведомленных в украинском экспертном сообществе по нашим региональным делам и по Армении в частности. Прошу, ваше видение.
Я буду предельно откровенен. Да. Я считаю, что армянское государство и армянский народ, впрочем, как и народы соседних с вами стран региона, имеют полное право самим определять свое будущее. Действительно. Решать, в какие союзы им вступать, решать, каких принципов придерживаться, решать, какую власть выбирать. Не в Москве решать, кто будет президентом Азербайджана, кто будет премьер-министром Грузии, кто будет премьер-министром Армении. А в Кремле, кажется, уверены, что это их суверенное право, потому что они никогда, даже эти последние 3 десятилетия, не рассматривали ни Армению, ни Азербайджан, ни Грузию как самостоятельные, самодостаточные государства. И это самый настоящий позор. И всякий раз, когда государство на территории бывшего Советского Союза, в частности страны Южного Кавказа, демонстрирует свою готовность к самостоятельному развитию, Кремль считает, что он имеет право их показательно наказывать. Ваши соседи и в Азербайджане, и в Грузии через это проходили. Как вы знаете, мы видели попытки организации в Азербайджане настоящих военных переворотов при участии пророссийских политиков. Мы видели войны против Грузии и попытки покушений на ее лидеров и переворотов в Грузии. Мы теперь видим примерно то же самое и в Армении. Так сказать, демонстративное наказание, так как будто речь идет о батраках, и каком-то хозяине, который решает, как им жить и что им делать. А если они не слушаются, то он должен подвергнуть их показательной порке. Я считаю, что само уважение к армянскому народу, и как, впрочем, к азербайджанскому или грузинскому, может позволить сделать только один вывод. Только самостоятельное развитие этих стран является ключом к миру, безопасности, стабильности и процветанию в регионе. Поэтому, если вам не удастся, скажем так, отразить эту российскую атаку, как и атаку пророссийских сил в вашей стране. Мы в Украине хорошо знаем, что это такое. Конечно. Когда собственные соотечественники служат не собственной стране, не собственным интересам, а другому государству. То, конечно, это, скажем так, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации на Южном Кавказе. Поэтому я искренне желаю Армении самостоятельного и успешного развития и тому, чтобы это развитие поддерживалось и другими странами, дружественными к вашему государству. Дружественными не с позиции хозяина и диктатора, а с позиции именно партнера, который заинтересован в вашем процветании и вашем успехе. Спасибо вам большое, Виталий. Держитесь. Скорейшей победы и мира Украине. Слава Украине. Всего доброго. Героям слава, спасибо. Агапенк хосецинг Виталий Портниковий хет Киевից, украинացի լրագրող եւ վերլուծաբան, կարդատարից հետո մենք կվերադառնանք եթեր եւ քննարկենք հարցեր կապված օրվա խորհրդի հետ.